аренды в городское поселение, обратно имущественный комплекс был, скажем так, передан. И вот он, по сведению, водоканалу. Значит, все работы, которые регламентные, проводятся, все проверки, которые есть, все, что размещается, это не соответствует действительности. И сейчас директор водоканала в полицию обратился о клевете. Это видео за предыдущие годы, когда в городском поселении этого имущественного комплекса не было.